Иван Ханников, Кабардино-Балкарская республика, город Мальчиш. Арбитр на поле Александр Чуенко, город Москва. Боковой Юрий Курячий, Краснодарский край, Славянск на Кубани. Представляем Марса в красном трико. Аллен Сугалаев, республика Северная Сетеландия, город Владикавказ. Представляет борцовский клуб братьев Таймахова. Он 2004 года рождения. Имеет первый спортивный разряд. Тренер Тимур Каймахов. Представляем борца в синем трико. Алик Батиев, республика Северная Сетеландия, город Владикавказ. Борцовский клуб братьев Таймахова. Спортсмен 2004 года рождения. Имеет первый спортивный разряд. Тренеры Георгий Шанай, Ринат Чмасов и Таймураз Чоев. Thank you.
Уважаемые члены, в этой финальной схватке. Чистую победу от ушей одержал и стал победителем первенства России 2021 года. Борец в синем трико Олег Батиев, Республика Северная Осетия Алания, город Владикавказ, борцовский клуб братьев Таймазовых. Уважаемые друзья, просьба не расходиться, проявить уважение. Сейчас нас ожидает